Так, время 7 часов 17 минут. Нас привезли на какую-то плантацию женьшеня, я так понимаю. Сейчас приступим работать, пока не понимаю, что делать. Вот мешки с женьшенем. Там работают женщины. Что-то чистят, вот что-то делают, короче. Сейчас разберемся, что надо делать. Кофе в магазине, кофе попили. Поднялся я сегодня в 5:30. Потом в 6 мы дошли до Саджана, который типа хозяин. Там просидели мы часов до 7 примерно. И уехали на плантацию. Сейчас будем работать. Короче, на данный момент дали такой типа завтрак. Покажи, Егора, что у тебя там? Чам, булочка. Короче, и какой-то сок. Типа йогурта. Банановый йогурт. Типа бокал, может. Тут бабушки, старушки кушают. Короче, занимаемся тем, что завязываем эти мешки. Пока что. На улице моросит дождь. Короче, разгрузили машину женьшенем. Ехали сюда мы целый час. Сейчас поедем обратно. Таким образом нас везут на обед. Сейчас посмотрим, чем будут кормить хангуты, то бишь корейцы. Сейчас время 12:30. Нас привезли покушать. Сейчас будем кушать. Короче, я в сортире. Хрен знает, что такое. Но что-то как будто бы очкую пользоваться. Бля, бумаги. А похуй бумагу возьму. Салфетку. Дверь, главное, не закрывается. Буду срать, кто-нибудь зайдет. Прикольно будет. Короче, только что пожрали, ну, накормили неплохо, хотя все блюда острые, но зато дали мясо, дали свинину. Они поняли то, что я тяжело переношу вот это все острое, короче, и заказали, дали двойную порцию мяса, ну, чисто свининка. Нормально пожрали, едем дальше работать. Что сейчас делать будем, не знаю. Ну, какой-нибудь хренью заниматься, наверное. Короче, такая фигня. Это поле, что ли, для женьшеня, типа. Мам, хожу я в сапогах, все нормально. Короче, такую хрень мы берем такие. Тянем ее такие сюда. Обрезаем и подсыпаем ее песком. В принципе, все. Мотыгами, сука. Лопаты хоть достали бы где-нибудь. Знают они, что такое лопата, нет, интересно. Вот такой вид, типа. Такое поле. Это мы после обеда сейчас вот этим занимаемся. Это Егора из Владивостока. Егор, помаши моей маме ручкой.